В связи с перекрытием улиц Широтная, Морской бульвар, Олимпийский проспект и частично улицы Триумфальная будут изменены схемы движения транспорта общего пользования. Так, маршрут номер 57К в прямом и обратном направлении будет осуществляться по улицам Триумфальная, Триумфальный проезд и далее по маршруту. 5 июня автобус пойдет через улицы Широтная и Казачья и далее по утвержденной схеме движения в обоих направлениях. Маршрут номер 124С будет двигаться через улицу Казачья в прямом и обратном направлении с разворотом в районе магазина «Милана». Маршрут номер 125С, заезд и выезд с ЖД вокзала «Олимпийский парк» будет осуществлять через улицу Чемпионов, далее до остановки «Совхоз Россия» по существующей схеме движения.